Но вот этих кризисных явлений в малом и среднем предпринимательстве уже пройдено. Это индекс BSBI, который делает Промсвязьбанк совместно с Опорой России. Вот Оксана Романчук, представитель, наверное, сегодня расскажет более подробно. Мне кажется очень важным, когда банки действительно заинтересованы в развитии потребителей, в развитии клиентов, в развитии отрасли и в анализе ситуации. Ну и поэтому Опора России, конечно, поддерживает эту историю. Все наши члены стараются принимать участие. В общем, ожидаем некоторый рост по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, как раз потому, что вот хуже уже некуда, дно пройдено.